Так, я уже дома. Сейчас у меня там варится гречка. Там клубника нереально вкусная. Вообще прям вкусняшная. И ни одной гнилой. Муж вчера купил мне вот таких две анчоус. Авокадо. Сейчас буду салат делать. Это все очень легко. Авокадо режем, как вам нравится. И сверху анчоус. Солить даже не надо, просто можно оливковым маслом все сделать. Вот такой салат. Гречка с бестроганов будет у меня. Надо доесть. И, а мужа картошка будет. В общем, вот такие вот у нас планы на сегодня. Побрызгала авокадо лимоном. Это очень вкусно, друзья. Анчоус и авокадо. Это нереально вкусно. Веселенькая такая. Еду на работу пораньше. Одна и та же клиентка каждую неделю пораньше просит и просит, просит и просит. Ну что же поделаешь, раз просит. Поэтому едем на работу. Несу с собой сумку. Потом хочу заехать в магазин. В общем, сейчас попозже расскажу вам, что, куда, зачем. И что же мы будем делать. Погода замечательная. Но я бы не сказала, что тепло, знаете. У нас вот там все время молодежь собирается. Музню слушают. И все дела. Чарли Бенька, мама. Чарли ищет. Типа, дела сделать. Ставила на машину здесь. Всегда мне кажется, знаете, когда здесь останавливаю машину, когда выхожу из нее, вылазию, то мне кажется, что она сейчас перевернется, потому что это очень крутой склон. То есть вот так правильно, ровно. Сейчас ехала, с клиентку встретила, которая сейчас придет. Они поднимаются на гору, говорю, подвезти вас. Они, не, мы сами заберемся, 100% из-за Чарли. Она с дочкой идет. Поэтому у меня уже не одна клиентка, а две намечается. Так что вот так вот. Завтра день защитника Отечества, поэтому всех защитников с праздником. Вот. Мне кажется, это не только мужчины защищают Отечество, скажем так. И мы с девчонками решили не то что отметить, но отметить, да. Соберемся, потому что мы поедем без мальчишек. Это, кстати, сестры Земля. Музыка играет, что кто-то там. Вот. В общем, завтра соберемся у Тани дома. Она там к паэлье все приготовила, купила. Будем готовить паэлью. Но поедем без наших мужиков, потому что я мужу говорю, поедешь со мной? Он говорит, ну он такой, вижу по лицу. Я говорю, ну если не хочешь, то не ехай. Он такой, ну я тогда лучше не поеду. Что я там буду делать? Блин, ветер. Вот, ну и в общем, вот так вот. Едем без мужчин. Потом звонит, еще подруга пишет, говорит, можно с тобой поехать? Мы одни. В общем, мужики наши, защитники Отечества, останутся дома. Точнее, не дома, потому что потом позвонила сестра, племянница, и говорит, что типа мама будет готовить пучерро де коле, это капустный вот этот вот суп. Приходите на ужин. Я говорю, ну вот, видишь, как здорово. Пристроенный, скажем так. Вот, будем готовить паэлью. Я еще хочу испечь лимонный кекс, для которого мне понадобится, в принципе, лимоны, сахар, мука. Сахар уже давно закончился. Вот, и все забываю купить. Лимоны туда нужны тоже будет. Я что-то не думала вчера про кексик. Вот сегодня надумала, надо купить. Муки не знаю, есть, нету. На всякий пожарный тоже. И что пить мы будем? Я воду буду пить. Там очень вкусная вивовая алькампа продается с лимоном и с газиками. Такая прям... Надо тоже ее приобрести. И что-то еще, что забыла, не помню. Так что вот так.
Вот такие вот планы у нас на завтра. Да, кстати, мы не только паэлью будем есть, но кое-что потом будем делать. Но об этом вы узнаете завтра. Что же я все секреты раскрою сегодня и все. А завтра вы что будете смотреть? Без секретов все. Не-не-не-не. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, и тогда будете в курсе всех событий. Так что вот так. Не поймешь, что на улице погода, где небольшой ветер дует, холодно. А вот так на солнце идешь, жарко. В общем, вот так. Сейчас прогульнемся. У меня, знаете, в машине, здесь не видно, но вот видно, наверное, один носок грязный на кроссовке, один чистый. И так у меня постоянно, со всеми кроссовками, какие бы я ни наделала. Видно педаль газа. Чем-то испачкана или еще что, потому что я дома протерла, приехала сюда, у меня опять этот нос грязный. Именно вот прям нос. В общем, надо посмотреть, что там у меня с педалью, кто ее измазал. И вымыть, естественно, потому что так уже не с одним кроссовком. Но я, естественно, забываю, поэтому потом иду вот так вот смотрю. Блин, они грязные. Хрю-хрю. Кстати, вот удобные кроссовки. Вроде такие огромные, но у них нога такая, кажется, маленькая, аккуратненькая. Ну, конечно, не для бега, а для быстрой ходьбы, но вот так прогуляться по набережной можно. Кстати, сегодня, видите, погода лучше, народу намного больше. На него напал жор. Он сегодня довольно-таки... Я когда ем, всегда ему остаю, наверное, третью часть моей еды он сжирает. То есть, если готовлю две котлеты, то половина котлеты или даже целая – это его. Я не ожидала, что он будет есть. Он, смотрите, доедает свой корм. Он вообще не любитель жрать корм, а тут вообще жрет. Распробовал. В общем, я сейчас буду готовить кексик. Если получится вкусный, потому что я готовить буду первый раз, то я вам потом рецептик сниму. А если нет, то он не будет стоить вашего внимания. Тут вот моя сумочка, которую я... Что я купила в Алькампо. Ну, ничего особенного там. Яйца. Извиняюсь за ваше головокружение. Как бы вы не малдыкнулись. Творог вот такой, творожный сыр. Сейчас посмотрю. А как он открывается? Везде язычки есть, а здесь нету. Вот тут немного. Все, еще Альмета продавался же в этом. В Алькампо. Что-то куда-то пропал. Странно. Альмету. Альмету. Только президент. Вкусный, натуральный. Без всего. Помните, я же покупала с этим, с лососем яйца. Пивка на завтра взяла. Безалкогольное. А, нет. 0,7 алкоголя. В Испании можно это за рулем. Пару бокал вина. Три банки пива. Ой. Три, ну... Немного пива. В общем, можно. Творожок вот такой взяла. Именно творожок, не йогурт. Йогурты мне не люблю йогурты. А вот все, что связано с творогом, творожное, обожаю. Ну, естественно, какой же вишневый. Кто бы сомневался. Лимоны. 4 штуки больших. Ну, и сахар, и мука. И все. Сейчас замучу. Что сделаю? Еще масло надо. В общем, туда много чего надо. Сахар глаз, пудра сахарная. Это тоже сама сделаю. В общем, все сама, как пчелка. Все сама. И работай сама, и жрать готовь сама. Хорошо, хоть не жрать готовить нравится. Что там, кто там? В общем, да. Сейчас что получится, вам покажу. Хотя, может быть, и завтра, я не знаю. В общем,
по ходу действия все увидим. Потому что я не знаю, сколько это будет длиться. И съем вот эту клубничку. Она обалденная. Обалденная, просто обалденная. И пахнет. Тут даже написано, что самый вкусный клубника. Кстати, хороший творожный сыр на утро мне. Я, кстати, зачистку холодильника сделала. Выбросила всю еду, которая все-таки была на выброс. В общем, да, ладно, хватит болтать, Оксана, давай к делу. Бисквитик готовится. Кекс, кекс. Будем кексом его называть. Здесь буду делать сахарную пудру, и параллельно готовить морскую капусту. Не знаю, что получится. Есть рецепт какой-то, но я его не помню. И искать, если честно, неохота. Так, сама слеплю. Сейчас заварю ее. Ну, как пахнет. Заварю ее в кипятке и обжарю чеснок. Ой, у меня тут такой хаос. Тут лимон, тут непонятно что. Тут чеснок. И это надо делать. Работа кипит. Обжарю чесночок. Как же мне нравится запах чеснока. Здесь уже капуста вот так вот. Уже она набухла. Порезать, может быть, ножницами ее, а то она прям... Там, кажется, тетюлечка, а потом такой лист выпадает. Вообще, такие прям большие листья. Смотрите, ну нет, не маленькие. Блин, большие листья, они все маленькие попадаются. Ой, блин. В общем, сейчас, когда обжарится чеснок, я добавлю туда эту капусту. И потом просто добавлю все соевый соус. Остричный соус. Вот эту приправу, которая китайская, она супер острая. И немного добавлю, потому что я не люблю острую пищу. Что еще-то можно туда набухать? Даже не знаю. Ну, вроде больше ничего. Так, чеснок уже горит. Вот так вот капусточку. Немного воды добавлю, чтобы... Так, потушилась она. Кстати, капусту надо вот так вылавливать, а не просто, потому что там в ней песок. Потушу сейчас вот так вот. Можно уже даже специи добавить. Вот эти острые. Ой, а у меня еще, знаете, какие специи? Китайские есть. О, есть. Там, конечно, на одном месте шерсть. Маленько, чуть-чуть да маленько, вот так. Ну, все-таки. Так, это другую часть. И вот так перемешиваем. И минутки две потушу все это. А потом... А, надо, кстати, пару яиц сварить сюда. Что-то мало получилось. Думала, будет много, а что-то мало. Ну, нормально. Все, я добавила остричный соус и что-то совсем мало. Ну да ладно, яйца добавлю, будет много. И соевый соус. Сейчас немножечко потушу, буквально 2 минуточки, даже меньше, и выключу. И пускай остывает. А завтра добавлю яйца и чеснок. И будет вот так вот. Я, мне кажется, а мы сейчас попробуем, правильно? Что кажется? Возьмем, да попробуем. Острая. Я морскую капусту очень люблю. Вкусная какая. Даже неожиданно. Вкусно. Так что все, видите, быстро и просто. Яйца сварились. Как же удобно, когда у плиты есть таймер. Поставил на 6 минут, и яйца готовы. И не надо их выключать. Потому что я раньше, знаете, очень много кастрюль пожгла именно при варке яиц. Прям вот штуки 3 точно. Пока однажды вот так вот сидела, думаю, что-то паленым пахнет, жареным. Яйца! Привет, пиши, пропала. Так, бисквитик мой почти что готов. Не почти что, а уже готов. Что-то он так раскрылся. Так не должен быть. Вот так вот весь.
Ну, пускай такой будет. Как говорится, от того, что он весь... Сейчас покажу, в общем. Что-то он прям весь вот такой вот. Даже там пещеры какие-то непонятные. Но пахнет нереально. Салат. Накрошила яйца. И мне показалось, что туда необходимо просто добавить крабовые палочки. Но они у меня заморожены, поэтому это будет завтра. Что ты такой весь вот так вот ты? В общем, да. Но пахнет вкусно. А для нас что главное? Правильно. Вкус. И все. Я пошла в душ, друзья. Потому что я забыла, мне надо еще купаться. Чарли мой схватил. Блин, муж опять в домашних тапках свалил. Футбол смотреть с другом. О, дурак. И позвонить-то ему не могу. Он так обрадовался, что ему друг позвонил футбол смотреть. Что убежал в домашних тапках. Пипец. Ну, они такие домашние тапки, но не похожи. Но, в общем, домашние. Ой, блин. И позвонить я не могу, потому что телефон у него на зарядке лежит. Чиканутый вообще. Блин, какой запах. Ладно, я пошла в душ наводить на красоту и, наверное, маникюрчик забацаю, потому что руки у меня вообще пипец. Все в краске, не отмываются, стыдоба. С вами буду прощаться до завтра. Завтра у нас обещает день быть очень веселым. Ну, даже не веселым, а радостным, таким торжественным. Всех еще раз с праздником. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.